Это мой большой холодильник. Без них у вас ничего не получится. Нет, Тики! I'm going to kill some kids today. I'm looking for the chump bubby one. I'm going to find me some chubby kids, and we're gonna make them ice cream. What? Попался в ладе бражника. Ты не захватишь парень. Чего? Вы меня путаете? Я пошел. Он аквализирован. А ну стоять! Сейчас мы тебя устроим. Ну, вы все меня просились. Это мой большой холодильник. Ты заплатишь за это, Тики, давай! Тики, вставай! Ла, когти! Без них у вас ничего не получится. Да-да-да! Нет, Тики, ты заплатишь за это! Ребята, ставьте лайки! Тогда тебе... Температура поднимется. Быстрее! Они все равно вам не поставят. Они поставят! Ага, они же самые лучшие подписчики. Эти лайки вам не помогут. Ребята, еще один лайк. 3, 2, 1. Спасибо, вы молодцы. Что? Да как так-то? Нет, нет! Ах ты злодей! Я злодей? Это вы испортили мне мой отдых! Я прилетел в Париж отдыхать, а тут вы! Так, хотите их обратно? Вам надо пройти испытание, которое поднимет тепло ваших тел вот до этой отметки! Как только достигнете ваши к вами свободы, и вы тоже! Скорее давай свои испытания! Ах ты злодей! Да не сотей я! Так, проехали! Первый и невероятный трюк, который только под силу 98% людей! Вы готовы? Ну и отлично! Мы как раз и есть те два человека! Там говорят про 2%. Ну я про нас и говорю! No! God, please, no! Так, ага... Теперь вы. Главное точно расчет. Ширина 31. Высота 59. Размер ноги 23. Если все точно разделить, то будет. Ну что, твои расчеты не верны, Эйнштейн? Все верно, но... Все было верно, я же тебе говорил. А, ладно, все, отдай стул. Отдай, пока никого не покалечил. А ты пока... передохни. Что? Просчитался ботаник? Ну давай, коровка, твоя очередь. Что, без расчета будешь? И что, думаешь, ты справишься с таким сложным заданием? Ну что, как думаете, без чего-либо мороженое не обойтись?
это риторический вопрос. Чего? Значит, не надо отвечать. No! God, please, no! Без сливок! Вот и не совсем достану. Вот вам! Новый трюк! Выдавливайте на руку! И бьете по ней, ловите рту! Так! Теперь мы! Лови, блондинчик! Поехали! С вами мерзнуть! Та-дам! Что за халтура? Как нечестно? Я ж попал! Ты должен быть... А как же твоя подруга? Раз, два... Mission failure. Ох, это точно не твое испытание. Увы, в этом ты проиграла. Итак, теперь вы должны выпить 100 литров колы в стаканчике. Что? Шучу. Вот что вам надо сделать. Раскручиваем и дуем так, чтобы залетел стаканчик в другой стакан. Вот теперь ваша очередь. Что ж, раз ты сдалась, то раунд за блондинчиком. Ну уж нет, я попробую. Еще себе. Теперь проверим вашу координацию. Такой трюк вы точно не сможете сделать. Итак, берем раздувание и начинаем раскручиваться. И ставим листок, надо встать на него. Опа, встали. И самое главное, перед этим челленджем не есть много мороженого, а то будет плохо! Ладно, будем считать, что вы прошли! Так, будем прыгать на скакалке! Так, нет, это ерунда! Оп, вот то, что надо! Сможете пролезть сквозь швабры, не выпустив захват, вот так вот! Если кто-то хочет увидеть, как выглядит человеческий узел, то это вот. Вот он.
приложу учеников. Правильно! Главное просунуть эту ногу. Отлично, ты справилась! А теперь самое сложное! Берем бутылку. Ставим на лоб. И поднимаемся. Главное, тут равновесие. Опа! Эй, так нечестно! У тебя лицо плоское! Ничего не знаю! Ваша очередь! Если хотите спасти квалик... Оп! Ой! Справляется. Да, супер! Мороженчик, где он? Тут прохладно, надо уходить. Согласен. I'm going to kill some kids too. Раз, два, три. Есть.